Весенний пал. Несмотря на неподходящую погоду, во Владимирской области уже начали поджигать сухую траву. Организованные будут сжечь в Везняковском и Камешковском районах. А вот несанкционированных поджогов сухой травы на территории региона зафиксировано уже более 80. Из-за малоснежной зимы и небольшого разлива пал травы начался и в пойме Клязьмы. По утверждению горожан, количество выжженной травы у реки увеличивается с каждым днем. А по ночам с балконов высоток, чьи окна выходят на пойму Клязьмы, можно наблюдать огненное зарево. Вчера вот в 10 вечера и позднее огненные валы шли один за одним. Картина была очень эффектная, конечно. Ну, вы сами видите, количество выгоревшей, так сказать, травы очень большое. А в поселке Боголюбово из-за пала травы сгорело имущество. Через некоторое время после поджога огонь перебрался на строение. В результате пожара сгорели 3 дачных домика и 2 хозяйственные постройки. К счастью, обошлось без жертв. Личности поджигателей установлены. В ходе проверки установлены 2 несовершеннолетних лица, которые по предварительной информации находились в состоянии алкогольного опьянения, жгли и поджигали траву и снимали все это на сотовую, на видеокамеру мобильного телефона. За сжигание сухой травы, мусора, листвы, бытовых отходов на территории населенных пунктов предусмотрена административная ответственность. Штраф составляет от 500 до 3000 рублей.